Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас снова с мамой заказ с интернет-магазина Василек. Мы не можем без него жить, нам очень нравится. Да. Нравится еще тем, что, знаете, много кто мне рекомендовал различные какие-то другие сайты, но там невозможно выбрать, например, цвет. То есть цвет в ассортименте. И какой положит цвет, такой непонятно. В Васильке такого нет, но мы, по крайней мере, не сталкивались с таким. То есть, если мы с мамой заказываем серое, приходит серое. Если мы заказываем там зеленое, приходит зеленое. Именно поэтому нам нравится этот интернет-магазин. Да. Ну и качество нам тоже очень нравится. Подушечка. Подушечки. Да, ну разложи одну. У тебя красивые ногти. Ну да, упаковка тоже нам нравится. Да. Нет, подожди, ты открой ее. Это я в этот раз заказала подушку, которая тоже из верблюжьей шерсти, но это light. То есть она менее набитая, чем те, которые у нас. Это я заказала детям, потому что те, которые набитые у нас, они получаются как голову им, да? Да, им неудобно. Они вот у меня, Владик-то спал на кроватке. Он слез с подушки. Ну да, слезать. Ну, да, неудобно. Да, вот. Мне тоже не поменьше. А те, которые в Икее мы покупали, вот тут мне тоже про Икею говорил, они скатываются внутри. То есть получается одним комом таким. Вот. И поэтому, видите, это получается у нас сейчас такая менее плотно набитая. Вот эта подушка, это наша с мужем, вот мы на ней спим. С ней ничего не случилось, ни как она не смялась, ничего. А вот это, да, а вот это теперь мальчишкам будет подушка. То есть она более такая мягкая получается. Да? О, моя. Да. Чисто мужская. Да, по поводу мужской одежды. Мужская одежда вверх. Футболки, получается, маломерят. Потому что, да, вот она 56-й, но это не 56-й. Это примерно 54-й, наверное, размер, вот судя по мужу. Но низ, шорты, они не маломерят. Они, вот, которые я заказывала, они идут... Нет, наверное, все-таки на размер маломерят. Все равно маломерят. Маломерят, да, маломерят, получается. То есть мужская одежда, я так понимаю, ну, вся маломерит. Вот. Вот я ему заказывала уже для дома вот такую футболку. Да. Это я себе... О, это да, это платьица. Да, правда, взяла 44 размер. Вот, мне нужно было, наверное, поменьше. Нормально. Поменьше там мало того, что не было, так еще и... Ну, подумала, для дома лучше посвободнее, правильно? Конечно. Посвободнее, как покомфортнее. Так, следующее. Что-то из костюмчика. Вот это. Это тебе костюм. Да. Да. Это штанишки. Штанишки. Так, штанишки, мне кажется, длинные, наверное, тебе будут. Не важно. Штанишки тоже хлопочек. Да. Ну, обычные такие тоненький хлопок. И вот такая кофточка. Капюшоном на молнии. Это мне. Да. Мы маме все берем 60 размера. Из-за груди мы берем. Не потому что все оно прямо маломерит. Какие-то есть маломерочки, какие-то нет. Да. Но мы берем 60, чтобы было свободненько, хорошо в груди. Есть некоторые, которые после стирки не садятся, а это не садятся. Да. Черненькая. Раз черненькая, значит, мужское, да? Наверное, да. Это штанишки какие-то. С стрипками. Я не знаю, что это. Это я мужу тоже для дома, тоненькие. Да. Ну вот это он, наверное, с ним. Ну да, вот это он обрежет. Мне чуть казалось, что они без этих штук. Да, не указано. Да. Ну это я обрежу. Кстати, да. Отбрежу мне одну. Да, откладываю. Я петельки сделаю. Что-то такое черно-беленькое. Это мне костюм. О. Да. Ну, это новый папусик. 42 размер я взяла. Вот такие, да, футболочка. И клетчатые штанишки с этими, с манжетками. Да, тоже дома ходить. Папусика. Папусика это мы вот этого чудика младшего нашего называем. Это тоже какие-то штанишки. Черненькие, наши штанишки. Вот.
ты что, Серёг, толстук? Нет, это толстовка. Да, это тоже может толстовку такую. Да. Опять же, видишь? Тоже взяла 56 размер, но это не 56. Я даже вижу, что это не 56. Это, наверное, 54 размер где-то. Тем более, видишь, вот тут. Да, резиночка. Такая. Не резинка, это манжет. Манжет, с кармашками. Да, с кармашками. Перегородочки нет, знаешь, такое. Угу. Ой, самое главное, я взяла полотенце. Полотенце это какие? Туркменистан, да? Туркменистан. Да. Я в прошлый раз брала Узбекистан и Туркменистан. Так вот, Туркменистан нам понравились по качеству вообще, вау. Они несколько раз стирали, и они мягенькие-мягенькие. Они такие тоненькие-тоненькие. Вот я взяла большое банное, тоже такого же цвета. То есть вот они такие мягкие, остаются даже после стирок. Как бамбуковые. Как бамбуковые по качеству, да. Лак-то. Мама говорит, надо взять. Да, потому что вот то, что мои старые были, вот ты их и стирал, и в кондиционере, и все. А все равно он дубовый, прямо как это. Да. Вот такое бежевое у нас. Да, я еще взяла зеленую, мне очень цвет на сайте понравился. Вот такая темная трава. Угу. Красиво, Лёв? Как трава. Как трава, да. Тоже мягкие. Мне больше нравится. Вон же мы пользуемся этими, которые на полу-то лежат. Ну да. Вот такое же зеленое. Да, кстати, размер какой? 70 на 140 я взяла. Большое, 70 на 140. Не одинаковые. Да, два одинаковых я взяла, вот таких светленьких. Очень мягкие. Очень, да. Девочки, вот от всей души советуем именно вот эти Туркменистан взять, потому что Узбекистан, они немножко пожестче, они поплотнее, и при этом получается жестче, да. А эти потоньше и такие мягенькие-мягенькие. И это одно для рук такое маленькое, зелененькое. Так как у меня бежевый в прошлый раз я брала уже для рук, это зелененькое будет. Нет, в этом отношении хорошо. Цена и качество абсолютно соответствуют. Да. Абсолютно. Все. Я вон здесь сплю на подушечках на этой. Такая благодать. Ни шеи, ни боли. Я не знаю. Даже не ортопедические. Не потеет, ничего. Да, каждому по две подушки у меня получается. Вот такие у меня короли мальчишки, да? Особенно у нас мелкие-то, как подушка в мою. Да. Еще вот так не будет. Вот костюм мамин. Да. Но получается, что штаны у нас что? Маломерки. Маломерочки, да. Это вот считайте, да, девушки, у кого полные ноги, у меня худые они. Поэтому маме хорошо. Да, вот они, в принципе, они не намного великоваты. Угу. Ну, в принципе, вот только-только это самое. Посадка очень высокая. Видно, рассчитан на животик. Вот, на животик. Но на животик оно в объеме маловато. Угу. То есть вытянется. Вот. Кофта вот так вот. Кофта получается 60-го размера, потому что она маме свободна в груди. Вот. Но да, наоборот. Она не натягивается. Ну, 60-го, да. Вот. На высокую человек, на высокую девушку. Да. Да, вот у меня подогнутая манжетка. Вот здесь на этот самый, который вот на манжетку подогнута. Вот она вот в таком состоянии, а это вот уже не подогнутая. Да. Вот. Ну, в общем, и костюм-то тебе понравился? Понравился, да. Кармашки хорошие, глубокие, девочки. То есть вот если даже вот сюда положить ключики и телефон, они не вывалятся, потому что вот так очень глубокие прямо хорошо. Вот и капюшончик. Но это тоненький хлопок. Это тоненький, да. Тоненький, ХБшка. То есть вот очень хорошо. И вот мой этот костюм, он как раз-таки наоборот. На объемный низ. Ну да, потом. И маленький верх. То есть, но с другой стороны, мне кажется, мне хорошо, когда вот так вот произволено. Да, да. Ноги не видно. Ноги не такие тощие, кажется. Да. И футболочка. Футболочка как раз. Но это получается размер в размер. То есть это 42 размер, просто... Просто свободный покрой брюк. Да. Внизу на манжетке. Да, и с этими, с кармашками. Очень, да, очень хорошо. Кармашки и все это. А брюки тоненькие они? Тоненькие, да, это все вот тоненькие. Ну как, не совсем тоненькие, наверное.
Ну вот смотри, нет, тоненькое, даже просвечивает штанишки, да, если тоненькое. Вот так вот. Я так думаю, если белое белье туда поддеть, или ярко-розовое, нет, будет видно. Белье-то не просвечивает? Нет, белье не просвечивает. Белье не просвечивает. Единственное, что верно, понятное дело, что если на черную футболку, под черную футболку одеть белое белье, то это будет тихо. Да. Ну, хорошее. Вот, и вот это платье, оно, получается, тоже идет размер в размер, потому что мне оно великовато, да. Но у меня получается 42-й размер. Сейчас, то есть на 44-й, вот... Ну, по плечам видно, что даже великовато. Да, будет уже нормально. Но оно, получается, не будет сильно свободно. Хорошо, не вытягивай. Не щи, да. Хорошо. Ну, для дома мне нормально. Да. Рукавчик с манжеткой. Да, хоть что-то не розовое, а голубенькое. Да. Ну, тебе хорошо идет цвет. В основном я все розовое беру. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Нам очень понравился заказ, мне в особенности вот этот костюмчик. Платье-то такое простенькое, а костюмчик очень классный. Не забывайте, что все ссылки я вам оставляю внизу в инфобоксе, так что переходите обязательно, смотрите. И еще момент, такой организационный, меня очень часто об этом спрашивают, о том, что просят присылать чек. Да, присылайте по электронной почте чек, когда вы оплачиваете заказ. И по поводу доставки, почему я выбираю Почту России, потому что мне так удобнее просто, потому что курьер, мне нужно его сидеть, ждать, а я иногда не могу это сделать. Мне проще приехать самой на почту забрать, и по стоимости где-то примерно в районе 600 рублей. Но ко мне идет за 3 дня, и все зависит от веса посылки, все зависит от объема посылки, да, от удаленности вашей. Поэтому, кстати, есть на Почте России, вы можете зайти на сам сайт официальный и там примерно посчитать, сколько вам будет стоить доставка. То есть здесь уже как бы не сам интернет-магазин «Василек», а уже Почта России устанавливает цены. Поэтому имейте это в виду. Вот. И доходит до меня посылка за 3 дня. Ровно 3 дня она до меня доходит. Я вам могу сказать, это очень быстро, потому что из Москвы до Питера доходит за 5 дней. А здесь всего лишь за 3. Так что это очень здорово, нам очень нравится. Вот. Так что не забывайте переходить в инфобокс. Там я оставила все ссылки на все то, что приобрели сейчас. Маме костюм моей тоже очень понравился. Она хотела такой не теплый, легенький, теплая толстовка у нее есть. Ну, в ней иногда бывает вечером, летом жарко. А в этот раз вот такой вот тоненький ей понравился. Вот, ну и, конечно же, подушки, полотенца – это то, что я вам очень сильно рекомендую. Именно подушки из верблюжьей шерсти и полотенца «Туркменистан». Нам очень они нравятся, мягенькие, классные. Вот, ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте ставить пальчик вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!